Завальное кладбище – объект культурного наследия регионального значения. Его история насчитывает более 300 лет. Здесь похоронены известные исторические личности. Чтобы сохранить изначальный облик надгробия, подрядная организация заключила муниципальный контракт на разработку проектной документации для реставрации 13 могил. Планируется провести частично работы по воссозданию могил. Эти могилы являются объектами историко-культурного наследия. Всего на территории кладбища этих могил 13 штук. В настоящее время разработка научно-проектной документации завершена в полном объеме. И научно-проектная документация проходит стадию согласования в Комитете по охране объектов историко-культурного наследия Тюменской области. Плановый срок завершения этой процедуры – начало июня. Благоустройство коснется не только могил известных личностей, а всей центральной аллеи, площади у храма и основных пешеходных маршрутов. Уже завершена разработка научно-проектной документации. Часть территории городского погоста также является объектом историко-архитектурного наследия. В рамках этого благоустройства планируется создание комфортных пешеходных зон, освещение, значит, стационарных туалетов, хозяйственных помещений для эксплуатации пешеходных маршрутов, всех, в общем-то, восстановление всех пешеходных маршрутов, высадка зеленых насаждений, в общем, комплексное благоустройство территории. Также здесь сделают шлагбаум, место для смотрителя и установят уличную мебель. Часть работ будет проводиться в рамках комплексной программы развития городской среды «Тобольск настоящий», реализуемой правительством Тюменской области, администрацией Тобольска и Сибура. Восстановление объектов культурного наследия – это, наверное, самое ценное, что есть на сегодняшний день и дорогое для Тобольска, для тобольяков, для всей нашей Тюменской области и в целом страны. Мы приступим к реставрации завального кладбища, а именно могил декабристов. Это давняя история. Кроме этого, на территории регулярно убирают мусор и ухаживают за брошенными захоронениями. Подрядные организации вывозят мусор и спиливают сухие деревья. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время.